Всем привет, друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру King's Rival. Ну что ж, давайте открывать сундуки, и вы видите, у меня их очень много уже готовы открыться. Так, дубины, буквально одну карточку, и мы с вами сможем их проапать. Так, следующий сундучок, смотрим. Так, голда, пушечное ядро и опять же дубинки. Так, мы можем их проапать. Поехали следующий открывать. Голда, пушечное ядро и опять дубинки. Они что, по стандарту что ли? У нас пока все одно и то же идет. И смотрите, какой фиолетовый сундук. Аж 7 карточек в нем. Угу. Прилично голды. Так, опять у нас дубины. Крестоносец выпал. Плюс мечник, дриада, волна, защитник и рыцарь. Ну что же, вот это неплохо, я считаю. Так, давай-ка вот сюда зайдем и посмотрим. Мы можем с вами прапать. Можем прапать, например, нашего конника. Слушайте, я думаю, стоит это сделать. Он у меня получает второй, как вы видите, уровень. И здоровье у него прибавляется на 76 очков, а урон на 14. Также нам нужно, естественно, ребят, дубинушки. Дубинки, они очень хорошо нам помогают. Пятый уровень мы зарабатываем. Отлично. Так, ядро. Ну, в принципе, ребята, нужно и ядро улучшать. Оно все-таки помогает. И заходит неплохо довольно-таки. Все-таки тот противник, ребята, нас убил ядром. Он бросал ядра в мой замок. И то, в свою очередь, наносило мне урон. Ну что ж, давайте тогда обновим дриаду. Честно говоря, многие писали, попробуй взять дриадочку. Ладно, хорошо, ребят, я возьму, попробуем. Но я так думаю, что она... только лишь, как сказать, закутывает в корни врага. И у нее очень слабая атака. И сама по себе она очень слабенькая. То есть любой лучник или стрелок ее жахнет буквально за секунды. Ну то, что вот она на долю секунды, конечно, задерживает врага. Может быть, в этом есть какой-то небольшой плюс. Но даже если ее ставить, то вместо кого? Вместо кого? Я вот ума не приложу. Тут все ребята, которые нужны мне. Блин. Ну, давай вместо, наверное, дубин. Хотя, ребят, пожалею я об этом, ой, пожалею. Но вы просили, давайте посмотрим. А вдруг зайдет, да? И многие хотят, чтобы я нашел нам ангела. Ребят, вы посмотрите, кто тут твою ж дивизию. Ой, арена 2. А я так понимаю, что я дерусь в данный момент только на первой арене, да? Как узнать, на какой арене я дерусь? Ха. Квест какой-то завершили, давайте получим. Оп, сразу сундучок деревянный мы с вами открываем. Я еще, ребят, не успел играть, а уже сундуков целую кучу понаоткрывал. Так, собиратель сундуков. Тут что опять такое? А, ну здесь, ребята, то, что карту я могу проапать, да? Я ее не хочу, потому что она мне не нравится. Все, вроде бы разобрались. Ну что, поехали, ребята. Сражение, конечно же. Ищем оппонента. Я надеюсь, мне не достанется, как в прошлой игре. Такой жесткий брутал, блин, который меня сейчас накумарит. Дайте мне для начала размяться хотя бы. Так, Софела против нас. Это очень интересно, Софела, значит, да? Ага, он вызвал крестоносца. А почему? Почему именно сейчас он вызвал крестоносца? Давай, ребятульки, бомбим. Тыч! Так, ну-ка. Давай. Разобрали, хорошо. Вот, ребята, самое время для дриадки. Посмотрим, что она все-таки... может. Ну, ё-моё, ну куда ж ты, дриадушка? Ну, это не дело. Ты подставилась. Вот в данный момент... Опа. Хорошо, ладно, пока вот так вот у нас все это дело идет. Ребят, копим с вами энергию. Копим энергию. Смотрите, уже практически башни не осталось. Не хочу я тратить пока его. Ах ты, смотри, что он делает. Давай вот так вот сделаем. Так, и вот так. Ты будешь корни? Вот они, корни помогают. Очень хорошо помогают.
Давай, 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 давай. Кто-то говорил, я не вижу, что у нас растет замок. Конечно, вижу, ребят, как это не увидеть, что у нас растет замок. Как раз во время этого мы получаем ульту. Ну, если кто не знает. А я попробую, ребята, так же делать, как меня в тот раз бомбили ядрами. Давай, дриада. Да ну, неужели он сдался? Да, ребята. Ну, в принципе, для меня это хорошо. Я хоть немножечко размялся. Софилу мы с вами выиграли. И я получаю сундучок. Забьем, наверное, с вами, пожалуй, все слотики для сундучков, да, и на этом закончим играть. Так, получаем приз 2 гема. Да, елки-палки, меня вот эта карта отвлекает. Золотой аватар. Воу. Интересно, а что это дает? Просто аватарку и... О, подожди-ка, 8 гемов нам бесплатно дают. Или герой получает какое-то преимущество? Вот для меня вот это непонятно. 110, ребята, мы согласны тратить за 11 дубин? Я думаю, не согласны мы. Как тут можно, интересно, накопить 3000 гемов? Как? Не знаю, ребятули. Ой, не знаю. Посмотрите, легендарный сундук 5400 стоит. Офигеть. Слушай, мне уже нравится. Поехали, ребятуль. Поехали, как говорится, нечего сопли жевать, на кулак наматывать. Нам нужно атаковать врага. Нам нужно развиваться, прокачиваться, получать новые, естественно, карты. Так, маги. Против нас будет маги, значит, да? Что-то он не торопится, я смотрю. Так, он вызывает, ребята, лучника. Я, в принципе, понимаю, для чего он это делает. Мы тоже вот так вот сделаем сами. Опа! А вот это нежданчик. Так, надеюсь, они смогут его прихлопнуть. Давай, 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 лети, родной. Он, кстати, может же воздушные цели, да, ядро бомбить? Да, может. Ух, хорошо-то как. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дриадушка. Дриадушка, ну что же ты? Да, она может только одного запутать в корне, и все. И на этом все, ребят. Так, ну. Так, ребятули, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ать, ядром бомбит. Нет, не надо так делать. Ты посмотри, что он делает, а? Блин, почему у меня нет, ребята, вот этого вот? Как его звать-то? Чувачка, короче, на ядре. Он мне нужен. Опс. В корни, в корни, в корни его. Вот так вот, чтобы не доехал. Отлично. Все пока хорошо, ребят, все пока под контрольчиком. Корнеплоды побежали, да? Давай так сделаем. Упс. Ага, вызвал таки. Хорошо, мы тоже вызовем. Дриаду. И лучницу. Вот так вот, попробуем, ребят, с вами. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Подбили. Двигаемся дальше. Сейчас, в принципе, ворота должны упасть. Хотелось бы мне в это верить, что они упадут. Ну-ну-ну-ну-ну, давай, конник, бумс. Мы пробили. Запускай ядро. Упс, главный чувак говорит, упс. А как мне можно так сделать? Нет у меня таких вот прикольчиков всяких. Ну куда вы побежали-то, а? Так, давайте попробуем, ребят, вот этого амбала вызвать. Амбала и стрелков. Слушай, мне кажется, все, ему хана здесь. Он здесь уже ничего не сможет сделать. Я ядро еще пульну сейчас. Бум. Отлично. Так, ну что же, поздравляю нас с победой, с очередной. Ух ты! Золотой сундук. А золотой сундук, по-моему, будет похуже, да, чем фиолетовый? По-моему, да. Да, я вижу, 48 брюликов, 7 часов. Тут-то открывается за 12. Так, ежедневный квест. Ну, пока у нас ничего, и мы с вами можем получить звездный сундук, если получаем с вами 12 звездочек. Это я вам напоминаю. Ну что, поехали. Блин, я уже размялся, можно, мне кажется, что-нибудь и посложнее, наверное.
Кстати, мы дрядку-то будем с вами менять-то или нет? Вы хотели, чтобы я продемонстрировал, как она играет, как она рулит? Наверное, уже достаточно с нее. Стоит она немало. 4 энергии. Что? Ребята, у него есть ангел. Чего он делает? Ты посмотри. Да ну, это какая-то имба, ребят. Нафиг я сказал, дайте что-нибудь мне посложнее. А? Офигеть! Просто офигеть! Да это, наверное, ребята, имба, имбовая карта, ё-моё, я не знаю, ее так просто не найдешь. Он еще и резается, да ну! Ребята, это нечестно. Ну ты как тут, ё-моё, ты посмотри, он одним ангелом здесь все разбомбашил. Офигеть, такое ощущение, что этот чувак, я не знаю, где он его нашел, этого рыцаря, ой, рыцаря, ангела. Ну, вы сами видели, что это действительно имбовая карта. Если он, конечно, не читер какой-нибудь. Если так будет рулить ангел, то... Прикиньте, он еще сам себя, главное, резает. Может быть, он вообще не бессмертный, неубиваемый. Да, прикол, конечно, прикол. В плане я могу нажать паузу. То есть мы играем с ботами, что ли? Ребят, мы с вами играем с ботами, понимаете? Я думал, здесь как бы реальные игроки. Но нет. Так, давай. Опс, опс. Так, куда ты пошел, а? Все-таки нанес урон мне, а? Ох, какой он крепкий все-таки, вот этот вот. Ну, против него неплохо идет мечник. Точнее, крестоносец его правильно звать. Ага. Бамбули. Так, давай вот так вот друидку еще с вами вызовем. Упс. В корни. В корни, ребята, мы его заплетаем. Он даже не может ничего сделать. И мечники мои должны его распинать. В принципе-то. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, корнеплоды побежали. Они хоть и маленькие, они... Да, наносят урон. Они наносят, ребята, урон. Давай вот так вот сделаем. Чё-то он меня достал, если честно, уже. У него какая-то агрессивная, ребята, идет атака. Очень агрессивная. Так, мы пробили ему ворота. Давайте смотреть, что дальше будет. Он сейчас будет вызывать наверняка ульту. Вот мне почему-то кажется, что... Я бы вызвал ульту, если бы она у меня была. Хотя бы хоть как-то отвлечь внимание. Но нет, нет, ничего этого не происходит. Он вызвал, но слишком поздно. Ну что, Джозефин, мы тебя победили. Но это была ерунда по сравнению с предыдущим бойцом, который просто своим ангелом нас всех... Так, нравится мне? Мне нравится. Но потом, потом все это. Все время вылетает в ненужный момент. Так, получить приз. Открываем, ребят, с вами деревянный ящик. И 10 монет получаем. И 1 гем. Хорошо. Ну что, еще один слот у нас. Еще буквально 3 звезды получаем. Открываем сундук. Поехали. Блин, я еще до сих пор в двухзвездочной лиге, ребят. Тем более в обычной бронзовой. Даже не в серебре. Статистику я не вижу. Ванита против нас. Ванита. Что же ты такое, а, Ванита? Что ты такое? Скажи мне, пожалуйста, на милость. Ай-ка хорошо, ай-ка хорошо. Давай-ка вот так сделаем. Упс. Давай-давай-давай-давай-давай. Корни, корни, корни! Ай-яй-яй, куда они бегут? Да ну хорош! Давай-давай-давай-давай, не подлетай к нашему этому. Разбомбили. Так, мое ядро, ребят, готово. Отправляем. Упс. Плачевное, ребята, дело. Что нам здесь поможет? Нам тут нужен крестоносец. Зачем, блин, крестоносца вызвал? Ё-моё. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь.
Так, предположим, ребят. Кто кого? Кто кого? Мы должны, ребята, здесь это... Не позволим этому ядру прилететь. Все. А теперь давайте вперед вот этого великашу отправим. Пускай поволнуется маленечко. Так, отлично. Я еще одну... Что? Что ты там мне показываешь? Вызвал, да, все-таки? Дрядочка, молодец, молодец. В корни его, пожалуйста. Я подсоблю тебе крестоносцем. Разбирает, ребят, разбирает мне. Так, выпускаем ядро. Упс, 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 упс. Что ж такое-то? Что ж за невезуха, а? Так, вперед, мои славные бойцы. Вперед, красавцы. Одолеем врага. Непосильного. Давай, крестоносец. Там осталось-то у него совсем ничего. Ядро запускаю. Ну? Хорошо. Давай сделаем вот так вот. Не хочет он, ребят, понимать нормальных человеческих слов. Бумс. А как они так делают? Почему я не могу, а? Я тоже хочу вот так вот. Ну что же, мы победили. Как вы видите, сундучки мы с вами полностью насобирали. Ага, вот и золотой сундук созрел у нас. Отлично. Только остается подождать буквально совсем ничего. Где-то 3 часа, а где-то и 8 часов, чтобы они у нас открыли. Ну, а мы с вами вскрываем звездный. Ох, как же я обожаю, ребята, вот эти вот сундучки. Оу, крестоносец может прапаться. Вот это шик. Ах, вот меткий стрелок бы еще. Ну, вот знаете что? Я заметил, что вот лучница, она хороша против этих дирижаблей. Ну да, в принципе, против дирижаблей, против пехоты. А вот стрелок очень хорош против именно тех же самых лучников. То есть он бомбит не по-детски. Давайте, ребята, и здесь еще с вами заберем призы. Жалко, конечно, что мы не накопим на тот золотой сундучок. Хотелось бы, конечно, но у нас будут бои просто впустую улетать. Так, крестоносец, конечно, мы его... мы тебя будем апать. Есть. Он у меня 5 уровня. Слушайте, у него урон просто колоссальный. Колоссальный урон. Кстати, мы скоро с вами получим 4 уровень, что не может не радовать. Давайте вот это тогда сделаем, чтобы получить дополнительные просто-напросто очки. Только из-за этого делаю. Диапазон 28 плюс 8. То есть получается 36, да? Ай-яй-яй, 15 очков не хватает. 15 очков всего лишь-то нам не хватает. Блин, может быть вскрыть один сундучок, а? Не хотелось бы гемы тратить. А что вот это такое у нас? Новобранец. Вам нужно войти, чтобы увидеть свой рейтинг? Подожди-ка. Войти в Facebook. А я разве... Я же вроде зарегистрирован. Чего вы мне втираете это здесь? Опа, еще один сундук. Так, хорошо, по красоте. Погодите, ребята, я что-то не понял. Почему это я должен зайти в Facebook? И качество почему низкое здесь? Вот, качество высокое. Так, подписывайтесь на нас, это все понятно. Защищена служба поддержки. Ну, ребят, я не знаю, в Facebook должен я зайти. Тут нет такой возможности. О, смотрите, это, ребята, вся моя статистика. Где мои победы, где мои поражения были. Так, а где же тот враг-то? Где же тот враг? Я могу, например, посмотреть... Вот он, смотрите, ребят, вот он. Эх, так правильно, у него 3 звезды. Подожди, у меня здесь было 3 звезды. То есть мы здесь с ним встретились, да? Он меня победил, и я упал на ранг 2-звездочный. Так получается. Вот оно что. Блин, ну это просто имба какая-то. Я не знаю, как с ним вообще драться. Если посмотреть нам, например, на него вот здесь. Видите, мы не можем посмотреть, сколько у него жизни, здоровья и атаки. Да ведь? Какой раритетный бессмертный! Ребята, он бессмертный. Вы представляете? Это все, это пипец. Это если кто его получит, это просто будет имба.
как с ним драться, я не знаю. С его охрененной атакой. Но карт здесь будет очень, ребята, много. И все это мы с вами должны будем как-то увидеть рано или поздно. Так что, давайте-ка, наверное, мы сделаем с вами перерывчик, отдохнем, как говорится, дождемся открытия сундучков. Ну и, конечно же, встретимся в следующей серии и продолжим играть в эту замечательную игрульку. Всем пока, всем удачи, до новых видосиков.